На городском кладбище продолжают благоустраивать источник рядом с мемориалом павшим воинам. Сейчас здесь облагораживают территорию, а неделю назад появилась беседка. Внутри можно набрать воды, помыть руки, укрыться от дождя, а также почистить обувь от земли с помощью специального приспособления. Сотрудники ресурсоснабжающей организации приводят в порядок места, где посетители кладбища чаще всего набирают воду. Инициативу поддержали городские власти. Первая локация, которую мы выбрали для установки данной беседки, является Аллея Славы на историко-мемориальном кладбище городское в связи и с годовщиной, конечно же, в связи и с необходимостью для жителей. В дальнейшем, наверное, все-таки с администрацией кладбища мы эту беседку будем дорабатывать. Я думаю, будут какие-то пожелания, мы эти пожелания учтем. На изготовление и установку одной такой беседки уходит пара недель. Всего на городском кладбище планируют установить 6 беседок системы водоснабжения. Знаете, жизнь, она важна, но наш народ и отличается тем, что есть историческая память и память о предках, и поэтому это важная сакральная вещь, люди посещают кладбище. И, естественно, это место тоже должно быть благоустроено. Для того, чтобы жителям было удобно ухаживать за могилами родных и близких, на входе оборудуют также ящики для инвентаря. Мария Илчан, Максим Гусев, события.